Я не хочу бриллиантов, мне не надо яхт, я хочу ремонт. Знаешь, ремонт. Чтобы я встретила старость под исправным душем. Все. Чтобы жених прискакал к нашей крали, а на окнах стеклопакеты. Вот так. Стеклопакеты. Если, конечно, кто-нибудь прискачет. Нет, я все-таки такой не была. Полный вагон интересных людей. Вон, в седьмом купе ребята едут. В восьмом мужчины интересные. В пятом купе, правда, они в парке играют. А она сидит, как засватанная, ждет второго пришествия. Сидеть. Здесь курить не надо. А чё сейчас стоим? Сейчас поедем. Тут линия меняет. Сейчас поедем. Скажите, а я не успею на секунду в тот вагон? В тот поезд? Какой поезд? Ну, в тот. Я же говорю, сейчас поедем. О! Зеленый дали. Во! Все. Так, проходим. Проходим вагон. Думаете, в том поезде лучше, что ли? Пиво, лимонад, конфеты, сигареты. Сахар. Хорошо. Планки, рейки, плинтуса будем менять. А, линолеум положим только до стола. Под столом не надо. Все равно там никто не видит. Ты что не ешь? Не хочу. Булочку? Ну что ты к ней пристал? Сейчас она все съест. Да поймите, меня там ждут уже, обождались везде. А я тут с вами чай пью. Скажите точно, во сколько? Во сколько мы поедем? Ну, простите, молодой человек, я не знаю. Да я уже сто раз от вас слышу, я не знаю. Немного терпения.
В любую минуту можно поехать. Может, ну, тьфу, господи, поедем в любую минуту. Рубероид не меняем. Линолеум не меняем. Раму не меняем. О, замки меняем. Либо лимонад, сигареты, семечки, вода. И кафель в ванной будем менять. Желаете? Сколько пива. Скажи, а если по 18 пива закончится, почем будешь торговать? По 15. А закончится по 15. По 12. Все поезда будут пущены. Времени обеспечено. Счастья, удачи, здоровья. Вот я сюда поставлю. Тихо вы! Согласны ли вы взять мужья? Да согласна, согласна. А ты согласен? Да, согласен, согласен. Ну, тогда, уважаемые пассажиры, поехали. Ну, тогда объявляю вас. Ура! Oh!
Ну-ка. Сейчас. Я попросил. Вам погудеть хотел. Ну, специально. Традиция такая. Что за... Я не понял, едем или нет? Здравствуйте. Карты играете? Проходите к нам. Проходите, проходите. Заходите, пожалуйста, заходите. Добрый вечер. Коляску мягкую, удобную купит. Да, папа? Купит нам коляску, папа? Мы же не в какой-то сраной плацкарте едем. Ну что такое? Нет, мама любит, мама жить без него не может. Тихо. Все, хватит. Засранец, сбежать решил. Ну-ка, заткнись, я кому сказала. Тихо. Папа спокоен за него, он всегда спокоен. Что такое? Почему ты меня не слушаешь, а? Сколько может это продолжаться? Я скоро руки от вас отвалятся. Достала. Только достала. Линолеум достала. Здрасте. Здрасте. Может быть, чаю? Чаю, да. Знаете, есть информация. Только это сугубо между нами. Угу. Что поедем в 10:30. Да. Я вечером еще зайду уточнить. Подождите. Ну, я вам... Не надо. Поедем в 10:30, следите. Никогда мне идти ничего нельзя. Отдай, да уйди ты отсюда, выбирайте. Что это такое? Здравствуйте. Сломал? Молодец. Все, в доме на шляпу. Что ты все в окно таращишься? Что ты там пытаешься увидеть? Господи боже мой, я на тебя всю свою жизнь положила. Молодость, профессию, хватит меня за руку. Особенно профессию. Дергать. Что ж такое? Так, а ты что? Ты музыку выучил? Так иди учи, у тебя через 15 минут урок.
Продолжается расследование по факту воровства 15 километров новых рельсов, предназначенных для починки железнодорожных линий. Меж тем, трамвайные рельсы, которыми власти пытались заменить украденные, не подошли по множеству показателей. Теперь их возвращают в города, откуда они были демонтированы, а вместо них используют металл из государственных металлохранилищ и все... Между прочим, линию чинят мои друзья из третьего депо. Когда закончат, я узнаю об этом первый. А ты второй. Куда ты пошел? А ну-ка, иди сюда. Посмотри в окошко. Внимательно. Вот. А? Вот туда. Ты видишь, люди живут, а? Ты видишь, как люди живут? А? Вагон-рестораны ходят. Жен своих любят детей. Зарплату домой приносят. Так, все, хватит. Я так больше не хочу. Дети, собираемся. Расселся. Да и в белье он не зашел. Сейчас. А вот альбом. А вот это я, маленький щенок, прям, ну, один в один. Это вот в детском садике уже. А это вот, ну, это елки. Ну вот, это уже в пионеры я. Смешная история была с пионером. Понимаете, каждому стакану нужен хороший, надежный подстаканник. Отдать концы! Свистать всех наверх! Все команде построиться на палубе! Капитан, вижу шхуну по левому борту! На бордаж! Очки. Давай, 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 давай
Тихо. Что? Я же говорил, что поедем!